Уважаемые улан-удэнцы, поздравляем вас с 350-летием вашего города. В 2015 году наш коллега, космонавт Антон Шкаплеров, сделал фотографию ночного Улан-Удэ, которая поразила многих пользователей всемирной сети. Вид города из космоса восхитителен. И мы знаем, ваш город хорош не только из космоса. Вы живете в одном из самых прекрасных городов Сибири с богатой историей и крепкими добрыми традициями. Город вырос и растет на излучине двух рек – Уды и Селенги, которые впадают в мировую жемчужину – озеро Байкал. Сегодня Улан-Удэ – это современный перспективный город, в котором развивается промышленность, культура, образование и туризм, а его жители – люди высокой духовности и большой доброты. Желаем улан-удэнцам ценить, любить и беречь свой родной город, ведь другого такого на свете нет. Пусть город Улан-Удэ процветает во все времена и смотрит в будущее с оптимизмом. Борт-инженеры 48-й экспедиции на Международную космическую станцию Олег Скрипочка, Алексей Овчинин и Анатолий Иванишин.